чемпионат мира. Нам туда. Мы с Варлушем поспорили, что если Россия победит испанцев, то я прыгну с самого большого подвесного моста в мире, 207 метров. Вот где настоящий азарт. Смотри на горизонт, руки в стороны. 5, 4, 3, 2, 1. Здравствуйте. А подскажите, а футбол у вас посмотреть можно, да? Мы посмотрим на сайте. Паспорт только с собой надо. Болельщик или обычный? Паспорт обычный. Парлеона, смотри, смокинг. Пойдет? Забыли. А мы попроще чуть-чуть, футболка. На самый большой канал о ставках на Ютубе, железная ставка называется. Да, мы не будем ставить. Это я знаю, но... Хотя вчера я на Уругвай поставил. Да, мы сидели. Красавчик. После 5-минутных телодвижений мы без проблем зашли, нас оформили, так что теперь мы постоянно в гости будем, да? Красно-ковровая дорожка, люстра за 15 миллионов. Конечно же, часы. Куда без часов, дорогих? Все забронировано, могу дальше предложить. Пожалуйста. Спасибо. К сожалению, у нас не лучшие места, не мы такие оказались. Да мы вообще не знали, что, да, что мы сюда попадем. Все пока по броне. Нам повезло. Да, нас посадили. Так что вот там вот игра будет происходить. А мы сейчас будем, как обычно, бухать и жрать. Испанцы забили гол. Здесь снимать нельзя, но мы для вас идем на риск. Тянули с ударом, в итоге удар. Ну ладно, нормально. На гол наиграем, я думаю, обязательно. Вот, смотри. Пока рано радуемся. Пенальти, ребят. Не, ну ладно, что-то. Забьем сейчас испанцев. Чистая рука, чистая. Короче, это рука. Тут даже спора нет. Грязная рука, это грязная рука. Для нас чистая. Грязные испанцы будут наказаны. Сюрприз, вот он. Было бы это в раздевалку второго тайма, было бы круто. Ну, давай, 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 давай. Это волшебная, да, перемешка. Я съел вот эту первую, и сразу гол забили, пенальти. Зря ты сейчас эту съел. Это другая, бро. Один вопрос. Если не Россия, то кто выиграет чемпионат мира? Вот реально, а я еще, перед началом турнира сказал, что мы играли Францию, да, не могли. Как видите, эти команды встречаются в одной четверти, кто-то одна и не полуфинале, а там уже финал наш один шажок, поэтому кто-то и здесь. А лучше бомбардир, по вашему мнению? Черышев вылетел. Черышев в запасе. Да. Хороший вопрос. Ну, Гризман может делать. Кавани может быть. Гризман может быть. Гризман? Не, Кавани. Главное, что прошли, да, молодец. Кавани подломали. Ну что, можете воспользоваться прогнозом? Кстати, я, наверное, поставлю на лучшего бомбардира. Сделаю я это в BetCity, так как они являются нашими спонсорами. Ну и коэффициенты там будут довольно неплохие. Кавани, говорит, станет лучшим бомбардиром. Да. Надо сделать ставочку.
отбились от опасного штрафного, ребята. Контратака наша. Угловой. Выноси, выноси. Вынес. На самом деле, если мы пройдем испанцев, то потом уже команда будет легче. По-любому. На кого можно попасть? Англичане, бельгийцы. А, попадаем на Францию, по-моему, да? Я не знаю, напишите в комментариях. Жопа, короче. Да. Вообще просто, миллиметр. Машина. Игорь Ташин, бля, Игорёк. Поддерживают нашу сборную до конца. На стадионах там творится что-то невероятное. Если сегодня Россия выиграет, я думаю, в Сочи на улицах будет твориться такой праздник, что просто... Игорь просто вытащил, ребята, так Акинфеев, вот кто на него говорил плохо, вы неправильно делали, в том числе и я. Многие думали, что эти наши сейчас выйдут или сыграют в ничью, там уже перейдет серию пенальти, тоже многие будут говорить, что все это проплачено, чемпионат у нас, поэтому вот так, наши так играть не могут. Но вот сейчас я смотрю просто футбол и вижу, как Акинфеев чуть ли не кончиками пальцев мячик из ворот вытаскивает. Сделать такую постанову просто нереально, короче. Поэтому итог здесь один. Наши ребята, российская сборная, может играть охуительно в футбол. Просто дело в том, что они мало когда хотят и мало когда это делают. Им нужно конкретно сильную мотивацию для этого давать. Вот сегодня как раз такой день. Домашний чемпионат мира, как по-другому. Да, просто домашний чемпионат мира, ребята собрались. А до этого, значит, херово собираются. Вот, значит, в этом и есть косяк нашей сборной. Еще одна причина, потому что многие игроки, такие как Акинфеев, Игнашевич, это их последний чемпионат, и им надо на пенсию. Ну, мотивация, работать. Братан, да. Мотивация. То есть до этого они были хуево мотивированы. Слишком много денег давали, слишком все в жизни заебись, слишком все хорошо, и поэтому забивали болт на все матчи там предыдущие. Отбились наши, отбились. Я что ты плаваешь на ровном месте. Нашего паса отдали, он мог выйти бы один на один. Когда хоть раз так было, чтобы сборная России играла больше, чем 90 минут. Они первый раз играют вообще. Россия! 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 Так, ребята, Ньеста бьет первый пендель. Возьмемся во внимочку. Вы по нашей реакции будете понимать, потому что игра на особо снимать нельзя. ФИФА хренофа может забанить. Итак. Ньеста забил. Ньеста на пенсию поедет, поэтому надо забить. Да. Итак, ему прощаем, ему прощаем. Есть! Пике, красавчик, да. Пике, ребят, пике. Блядь, забил. Игнашевич. Думаешь? Да, Игнашевич, ребят. Вот. Мы сделаем!
27 июля в Сочи с победителем Хорватия-Дания. Давай приезжай, здесь все тебя ждут. Ты на кого будешь ставить, на Хорватию или на Данию? Дания выиграет твою Хорватию, Данию мы будем выигрывать. Всем с вами пиво. Я тебе сделаю бесплатно. Пойдем играть, пацаны, или пойдем? Пойдем кататься. Нет, куда кататься? Поиграть чуть-чуть. Чуть-чуть поиграем. А пока, Традиционная рубрика туалет. Туалет. Смотрите, какой там туалет. Можно сувенир привезти? Такой отпариватель. Вот дверь какая. Не знаю, что это такое. Ну, дорого-богато. Россия! 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 До сих пор, что Россия прошла Испанию. Давайте. Одна четвертая тоже так же покорилась. Нелегко, но с таким же азартом. Ребята, я предлагаю вот что. Каждый сейчас берет по 5000 рублей. Каждый берет по 5000 рублей. Кто выигрывает в два раза больше? Кто выиграл два раза больше? Короче, у кого будет десятка в аппарате. Сразу снимает. То есть, в принципе, если один из трех выиграет, то мы всего 5 проиграли из 15000. Если двое выиграют, мы на 5 в плюс. Победа. А? Да. Железная стопка. Да. Рубль. Нифига себе, все сенсорно. Ну, Yes. Я первый проиграл свои 5000, у меня была неправильная причем стратегия. Причем это было сколько? 10 минут. Маша потом играла плюс-минус, в итоге сняла сколько сейчас в конце? 3050 рублей она сняла, он снял 6950. Да. И я, пока не играли, втихаря да, пошел. Убежал и пришел домой. У меня сработала нудомания, я положил 5000 втихаря, сел рядом с ними в аппараты, отыграл свою пятерку и вышел еще на 5 в плюсе, вот 5000, 15000, 50 рублей. Итого, мы вернули все свои бабки еще на 5000 в плюсе. Лудомания дело плохое, но когда у тебя есть бабки, ну что там 5000, можно взять, вот чуть не уронил, можно взять и проиграть. Ночью после матча в Сочи жара просто, наверное, до утра. Причем жара в клубах, в барах, мир во всем мире. Вот ради чего проводят эти спортивные мероприятия, такие как чемпионат мира. В баре тенденция, то что весь персонал работает в футболках сборных, всех, даже не знаю, что подрабатывают. Все, пацаны, на этом влог закончился. Чувак, ребят. Но он уже бодренький, выспался, все нормально. Батарейка села. Машинку до Дубровки заказывали? Почем? 100 рублей в час. Так, почем арендовали машину, пацаны спрашивают? 15000 рублей, пацаны. 15000 рублей в сутки.
билет на мост стоит 1250 рублей. А у кого есть студенческий, скидка хорошая. И сам прыжок 15 тысяч, да? Ну, сейчас будем платить, сейчас узнаем. Самая большая вышка для прыжка в Европе. Зачем сейчас это сказал, братан? Там сказал, самая безопасная вышка. А резинка сделана вот из этих резиночек, которые деньги в пачки превращают. Слава богу, не из одной такой резинки. Нет, пошли сразу. Нам туда. Где сердце, с какой стороны? Да ладно, фигня. Давай только договоримся друг друга не толкать, бро. Да, вот на этом аж поедем. Поедешь, наверное? Надо, давай. Все, мы заплатили. На руке здесь что-то нарисовали. На этой руке тоже. Варлуш говорит, давайте группу крови нарисуем. Она говорит, она не понадобится. Пока выжимся к нему. Ребят, я отсюда буду лететь вниз просто. Это жесть. Это просто жесть. Причем не отсюда, а еще дальше. Еще дальше буду лететь. Вон, смотри, сейчас сплав есть. Да, вон байдарышники, смотри. Если Андрюха войдет в кураж, 60% скидка вот сегодня. Главное лицо береги, чтобы он потом разблокировал. Хорошо по лицу. А я уже пароль с погружением, да? Да. Гальку. Гальку, баржу будет выплывать. Да. Погружение в гальку там будет. Давай, гальку. Гальку можно. Нет, не в ту гальку, которая каменная. Давай. Вечно 7 метров, давай просто невероятно, это такой кайф. Во второй раз я там не буду. Не, ребят, это просто. Вот честно, когда смотришь по видео, это одно. Я не знаю, пишите здесь вопрос. Но это просто супер. Всегда, конечно, остается такая мысль, что что-то может произойти. Но когда летишь вниз, мозг тебе говорит о том, что жопа может случиться. Да, ребят, это просто жесть. Супер. Я хочу Варлуша заставить прыгнуть, он охереет. Я не думал, что будет так. Я думал, как бы полетим вниз, ну и нормалек, а там просто жесть началась. Эндрю, как твои штаны? Пошлите, пацаны, встречать героя.
Это просто невероятно. Андрюх, снимать может не будешь, на движение сразу второй? А? Второй сразу? Страшно было, да? Не-не-не. Страшно. Орал, не слышали как? Мы там шли, не видели. Ребят, вы видите эти капли пота? Лё. Это не от жары. Сердце остановилось, а мёртвые не потеют. Сердца у меня нет, оно там внизу вон валяется, да, среди щебёнки. Оно стоит этого? А ты ещё будешь прыгать? Я третий раз подхожу и... Это жесть, это жесть. Бежим отсюда. Адреналин-то есть, нет хоть? Что это такое? Ребят, эти эмоции останутся на всю жизнь. Я говорю, вот прыгал когда тандемом с парашюта 4000 метров. Там как будто цепляешься, летите. Здесь ты видишь, как земля просто прибавляется, приближается. И ты понимаешь, что ну ее нахер. Еще такие звуки веревки. Не, ну конечно. Короче, я ничего не могу вам сказать, не знаю ничего. Орал, да, Варлас? Орал? Есть еще такой крутой магазинчик, если продаются различные магнитики. Вот такую толстовочку. В память об этом безумном прыжке. Получили такой пакетик, там футболочка и вот такую флешку взяли стоимостью 500 рублей и на ней вот этот прыжок записан. Ну что, пойдем?